В детско-юношеской спортивной школе номер 5 прошли первые в Анапе соревнования по всестилевому карате. В них приняли участие более 100 бойцов из двух городов – Анапы и Новороссийска. Анапу представляли два клуба – в дисциплине «Ограниченный контакт» – клуб «Чайка» и клуб «Южный Будакан». Первое общекомандное место заняла команда города-курорта «Анапа». Помимо одиночных ката были представлены и ката-тройки. Особенность их была в том, что они были семейные. Было очень зрелищно наблюдать, как папа, мама и ребенок синхронно выполняли удары, блоки, перемещения. Ведь карате – это не просто спорт и самооборона, а еще и здоровье, моральные принципы, уважение к старшим, помощь младшим, воспитание достойного гражданина. Наряду со всеми соревновались спортсмены группы адаптивного карате в разделе ката. Шатилов Юрий и Дашковский Алексей показали технический комплекс. Лучшими спортсменами в дисциплине «Ограниченный контакт» признаны Токарева Надежда, Носова Екатерина, Киреев Даниил. В разделе «Полный контакт в средствах защиты» лучшими стали Мугаев Мартин, Ли Богдан, Петросян Нектар.